Перед началом конкурса выступление официальной группы поддержки хоккейного клуба «Сочи», идейного вдохновителя нового для курорта состязания. Позже эти профессиональные чирлидеры заняли места членов жюри первого городского конкурса школьных групп поддержки. К ним присоединился и самый настоящий хоккеист Сергей Большаков, голкипер сочинских «Леопардов». В конкурсе приняли участие 5 команд из школ Центрального и Хостинского районов. Неплохо для первого соревнования, говорят организаторы. Чирлидинг – это не очень распространенное в нашем городе, на удивление, направление. Сегодняшнее мероприятие покажет, но надеюсь, что он станет ежегодным и традиционным. И, конечно, от 5 участников у нас на следующий год, думаю, будет большее количество. Музыкальный номер не менее 2 минут. Жюри выставляет оценки от 1 до 5 баллов. Оценивайте синхронность, идея и артистизм. Дополнительные очки за пирамиды и акробатические трюки. В итоге лучшими были признаны сразу 2 команды. Коллективы из гимназии номер 8 и 4 школы. Мы все, вся команда, мы вообще не были знакомы, и мы все познакомились на репетициях. И мне кажется, это очень большой опыт. Теперь за каждой из 2 команд закрепят куратора из группы поддержки ХК «Сочи» для подготовки к финалу. Он пройдет в Ледовом дворце «Большой». Школьные группы поддержки выступят перед многотысячной аудиторией болельщиков сочинских «Леопардов» 19 ноября во время матча против Салавата Юлаева. Там и назовут имена лучших. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.